Слава Україні, товариство! Вітаю вас в черговому випуску програми «Крах імперії». Російсько-українська війна неминуче завершиться розпадом Російської імперії. Росія кинула виклик Україні. Для нас це екзистенційне питання. Ми розуміємо, що на одному просторі не може існувати незалежна, демократична, національна Україна і Російська імперія. Будемо ми незалежними і не буде Російської імперії, або Російська імперія буде робити все, щоб знищити нашу незалежність, нашу ідентичність, наш суверенітет. Але ми так само, як українська нація, розуміємо, що щоб здолати цього величезного Давида, потрібно об'єднання, щоб здолати цього величезного Голіафа, потрібно об'єднання Давидів. Потрібно піднімати, підтримувати національну визвольну боротьбу поневолених Росією народів, тих народів, які століттями боролися проти російських окупантів, які ніколи мирно не переходили на бік Росії, яких сьогодні в Росії жорстко дискримінують, переслідують, представників яких женуть на убій, на війну в Україну, щоб знищити майбутній будь-який спротив. Особливо важливим для Росії регіоном є Північний Кавказ. Північний Кавказ – це така порохова бочка, на якій сидить Росія. Ми пам'ятаємо всі героїчну визвольну боротьбу Ічкерії, чеченського народу, який Росія задушила в результаті двох кривавих воєн. Ми бачимо, спостерігаємо за події в Інгушетії, де триває збройний спротив. І ми всі уважно спостерігаємо за подіями в Дагестані, де є серйозні опозиційні, серйозні протестні, серйозні антивоєнні і серйозні антиросійські настрої. Що відбувається зараз в Дагестані? Ми поговоримо з одним з лідерів національно-визвольного руху Дагестану Алі Чарінським. Вітаю вас, пане Алі. Вітаю всіх. Дякую за запрошення. Для світу і для України зрозуміло, як діяти в ситуації з мононаціональними утвореннями на Північному Кавказі. Ічкерія, Чечня, є відповідне рішення українського парламенту про засудження окупації Ічкерії і визнання геноциду чеченців в роки Другої світової війни. Є рішення українського парламенту по інгушах і багато хто не розуміє, а як ситуація в Дагестані, в цьому багатонаціональному утворенні, де ніби немає єдиного народу автохтона, який би створив свою національну державу. Росія лякає, що у випадку розвалу Росії в Дагестані буде величезна різанина між різними народами. Що відбувається насправді зараз в Дагестані і якою може бути мета, якою буде країна після розвалу Російської імперії у випадку, як Росія впаде, що ми будемо бачити на території Дагестану? Будь ласка, пане Алі. Ну, дякую еще раз за приглашение. Очень хороший вопрос. И здесь хотелось бы фейк Кремля сразу разбить в том плане, что такое Дагестан. К сожалению, в этом участвует и либеральная оппозиция, которая претендует на будущую власть в Кремле. Мы их тоже рассматриваем априори уже как будущими оккупантами. Мы ни с кем из русских сотрудничать не собираемся. Для нас русские, это хороших и плохих не бывает, это все оккупанты. Сейчас, временный, прошлый, нам не разница. И у всех есть такой стереотип, который формируется, что Дагестан – это многонациональная республика, где все, вот если русские уйдут, кровь польется. То есть без них мы, аборигены, жить не можем. Я здесь простой довод скажу, кто бы из украинцев, белорусов, казахов, киргизов, любой, кто дагестанцев встречал, а ты кто? И они говорят, дагестанец. Дагестанец нации не существует. Дагестанец народа не существует. Это политическая нация. То есть, когда мы говорим украинец, мы не разбираем, кто он. Болгар, лакец, кто-либо. Если человек себя идентифицирует украинцем, вот сегодня я здесь уже 6 лет, 7 лет живу в Украине, на меня все украинцы. И даже меня воспринимают как украинца. Почему? Потому что я не хожу нигде, не говорю, что я дагестанец. То есть, чтобы подчеркнуть, что я дагестанец, мне надо сказать, что я дагестанец. А иначе я украинец. Все. Всем все равно. То есть, если ты человек нормальный, тебя воспринимают нормально. Плохой будет воспринимать плохо. Вот в Дагестане такая же история. То есть, если ты живешь в Дагестане, будучи чеченцем, ты дагестанец. Если ты живешь в Дагестане, я не знаю, будучи азербайджанцем, то есть человеком из другой страны, ты дагестанец. До тех пор, пока ты не захочешь себя идентифицировать иначе. И когда мы говорим, что мы дагестанцы, это не потому, что мы стесняемся сказать, вот я, например, лакец, я чисто кровно лакец. У меня жена лачка, дети лакцы, то есть все родители, но я везде говорю, я дагестанец. Почему? Это наш протест оккупантам. Они хотят, чтобы мы разделились по национальности, но мы говорим, нет. Мы дагестанская политическая нация, способная на образование государства. Мы это в оккупации сумели сохранить, как бы они ни старались, что бы они ни делали, у них это не получилось. Единственное, что у них получилось, это лишить нас возможности выбирать собственного правителя в оккупации, там якобы федерация ведь существует. И поставили над нами уже в который раз русских, то есть русских ставят над нами управленцами, сейчас Сергей, до этого был Васильев. Но у нас с этим проблема возникает, что нас хотят растворить, и более того, сейчас рассматривается вопрос о признании всех, то есть о необходимости признания всех русских, то есть называть всех русских. И здесь я хочу, секунду, пожалуйста. Я здесь хочу подчеркнуть, что вот как устроить, вот есть фейк, что если мы родители, ребенок пришел, если правительство России, то есть снимет с нас оккупацию, мы все воевать начнем друг с другом. Вот представьте себе ситуацию. Махачкала. Вы заходите в любую школу, в любой класс и говорите, аварцы встаньте, лакцы встаньте, лакцы, даргинцы встаньте, даргинцы. То есть в каждом классе учатся все вместе. Приходите в любой бизнес-проект. А вы какой национальности? Они все разные национальности. Приходите в семью любую. А в вашей семье есть, то есть межнациональные браки? Конечно. То есть в моей семье, только в моей семье из 4 братьев 2 межнациональных, 2 лакских. То есть 50%. То есть мы уже все, мы уже нация. То есть во многом не только из оккупантов мы язык потеряли, то языки. То есть лакцы, аварцы, даргинцы перестают называть. Но оккупанты очень много сил потратили, чтобы мы перестали разговаривать на своих языках. Но и от того, что браки смежные. То есть отец даргинец, мать аварка, дети ни на каком языке, кроме языка оккупантов, не разговаривают. Важно для нас, чтобы нас, дагестанцев, узнавать начали. К сожалению, мы в мире нигде не представлены. То есть мы в мире не имеем, мы сейчас формируем маджлис, и скоро мы его презентуем. То есть это все, кто находится, то есть в миграции политических активистов в Украине, в Европе, в Америке, то есть в Турции, в исламском мире. Мы сейчас объединяемся в большое протестное движение, объявить о своих намерениях хотим все вместе. Это единственное, что будет. А так ни в Дагестане самом, там русские нас представляют во власти, ни в России, то есть в московском представительстве Дагестана тоже все русские сидят, ни в мире нас нету. И получается, что мы на политику неспособные люди. Вот здесь я хотел бы сказать, как так получилось. Террор, убийство, репрессии. Вот в моем окружении все либо убиты, либо эмигрировали, как я, либо сидят в тюрьмах. Ни одного из моих близких людей, кто занимался общественной деятельностью, будучи дагестанцем, то есть для своего народа, от имени своего народа, их нет. Если они живут на оккупированной территории России, на территории оккупантов, то только в тюрьмах. То есть либо мы в тюрьме, либо мы в эмиграции, либо нас убили. То есть другого исхода нет. То есть через террор, кровь и насилие они убивали, репрессировали, изгоняли из Дагестана тех, кто способен представлять свой народ, загнали всех в страх и поставили русского главу Дагестана. Я так розумію, що теперішньою основою того, що ви називаєте політичною нацією дагестанців, є відродження релігійних почуттів, що саме релігія сьогодні є важливішим для вас виміром, ніж там походження, і тому, напевно, що оцією основою політичної дагестанської нації буде мусульманство, будуть релігійні почуття. Як зараз в Дагестані з цим, чи лідери релігійні, вони виступають за ідею незалежного Дагестану, чи є переслідування релігійних почуттів дагестанців? Ну, по поводу религии скажу, что 99% мусульман у нас дагестанцы, да, и вот это особенно демократично в Федерации России выглядит, правитель, глава республики христианин, да. Ну, видимо, мы его всем народом выбрали, у нас же не было кого выбрать. То есть это тоже показатель того, насколько они даже не посчитались нашей религией. То есть поставили главу республики, то есть этнического христианина, и все, вот он. То есть они добились этого результата, то есть через кровь и насилие, как я говорю. Что касательно ислама, то Дагестан является рекордсменом, я просто как факт скажу, по количеству мечетей на душу населения. То есть у нас именно проявление ислама, оно масштабно. В любом уголке Дагестана ислам проявлен, вот, как говорят, не выпячивайте свою религию, мы ее выпячиваем. Просто настолько любим, настолько придерживаемся сильно. Но ситуация такая же, как в Крыму. То есть в Крыму до оккупации России была с религиозными организациями какая ситуация, как сейчас во всех городах Украины свободной. То есть любой человек имеет право говорить о своей религии свободно и причислять себя той или иной религиозной организации. В России все религиозные объединения, то есть общественные организации, религиозные организации запрещены под клеймом экстремизм и терроризм. И разрешено, то есть, заявлять от позиции мусульман только муфтиату. Муфтиат в российско-украинской войне очень сильно потерпел крах в плане потери авторитета. Почему? Потому что поддержал эту войну. С точки зрения исламской юриспруденции, то есть исламского воззрения, нам категорично запрещено, да, в составе оккупантов выходить на оккупацию новых территорий. Это прописано, то есть у нас кодекс войны в шариате тоже прописан. То есть ислам — это не религия, которая обходит куда-то военные конфликты, они тоже у нас прописаны как есть. И вот здесь муфтиат, религиозную организацию, единственную разрешенную религиозную организацию в Дагестане, обязали поддержать эту войну. Они эту войну поддержали и потерпели крах. То есть авторитет рухнул, то есть муфтиату в лице бывшего авторитетного муфти приходится выходить из ситуации. Любые имамы, кто воочию громко либо заявили о поддержке российской оккупации, либо приезжали на территорию, оккупированную территорию Украины, они потеряли авторитет, то есть они в медийном пространстве не могут выходить, им сразу встречные вопросы задают, то есть их осуждают. Я не говорю, что это выступают за Украину, я хочу, чтобы здесь не было, с моей точки зрения, как пропаганда, тут выступают за сохранение ислама. То есть как вы можете ислам смешивать, то есть такой позыв у дагестанцев, как вы можете смешивать ислам, то есть с военной интервенцией России в Украину, да? Ислам тут ни при чем. А пытаются как бы прививать исламские чувства к этой войне, что мы боремся каким-то там западным террором, еще так далее. Но всецело дагестанцы не приняли эту мысль, и с точки зрения именно исламских взглядов, исламских воззрений выступают против тех религиозных представителей Кремля, которые хотят, чтобы мы эту мысль приняли. Но она стала ужасной в том плане, что в последних заявлениях, вот сейчас стоит публичный мой вопрос, но я вопрос задал и еще раз его задаю в этом прямом эфире, то есть муфтию Республики Дагестан, если вы говорите, что в этой войне дагестанцы имеют право принять участие, обоснуйте, пожалуйста, это с точки зрения исламской юриспруденции. Мы утверждаем, что нам с точки зрения ислама, то есть наших законов, строго запрещено в составе этих оккупационных войск захватывают еще какие-то территории. Это не связано с Украиной, это также с Грузией будет, пускай связано с Арменией, Белоруссией, разницы нет. В любых оккупационных завоеваниях России нам, с точки зрения шариата, не только нам, всем мусульманам, оккупированным территориям России, запрещено вступать в эту армию. Это точка. Если нет, то есть муфти игнорирует ответ на этот вопрос. Почему? Потому что он задан в основе. То есть он как представитель религиозный, так скажем, батюшка, он должен ответить на этот вопрос с точки зрения исламской юриспруденции. Он нивелирует, он убегает от этого вопроса, уже почти практически не комментирует российско-украинскую войну. Почему? Потому что он не может привести хотя бы один аргумент в защиту той позиции, что Россия, мусульмане должны воевать в составе России и Украины. Алі, а як багато дагестанців росіяни загнали на війну в Україну? І чи є дагестанці, які воюють за Україну в надії когось повернутися в боротьбі за свою незалежність? С позиции российской, сначала очень легко они загнали до 4000, как я знаю, дагестанцев. Почему? Потому что для нас Дагестан самая большая, самая богатая с точки зрения природных возможностей республика. Но в тем же временем она законсервирована, то есть не развивается, самые низкие условия труда, самые низкие, то есть, род, то есть самая бедная республика на Кавказе, то есть безработица и так далее. И военный контракт, это было следующим образом: ты подписываешь военный контракт с русской армией, сидишь, ничего не делаешь, получаешь высокую зарплату. То есть поэтому этой, такой, скажем, халявной функции зарабатывания денег несколько тысяч дагестанцев пользовались. И они в составе, то есть первого вторжения, полномасштабного вторжения российско-украинской, я их ни в коем случае не оправдываю. Почему? Потому что уже тогда, мы еще до войны, наша позиция была ясной. В составе ни МВД, ни ФСБ, ни Росгвардии, ни армии России оккупантов ни в коем случае, то есть принимать нельзя участие. Ты, я не знаю, кушать тебе нечего, иди уборщиком, но ни в коем случае не там. Мы не оправдываем это, почему? Потому что это является греховным с точки зрения ислама. Да? И они несколько тысяч сразу загнали. Потом была насильственная мобилизация, вот это то, что частично Путин ее назвал, мы назвали ее насильственной. Все видели, что дагестанцы из Северного Кавказа практически единственные, кто вышли на протест, на митинги, их за это били, избивали, сажали, в тюрьмы кинули, то есть даже... что для нашей культуры недопустимо, девушек били. Но, к сожалению, это та реалия, во что превращаются коллаборанты, когда служат на оккупантов. То есть своих представительниц своего же народа, женщин нас ударит, это позор. Но вот видели, во что превращаются, как мы прямо уже называем, мусора. То есть это мусором люди становятся. То есть они даже женщин били. То есть протест был тогда тоже, ну, там, чуть больше тысячи. Нам, как отчитался глава оккупационного правительства Сергей Меликов, он сказал, что больше, чем где-либо на Северном Кавказе из Дагестана взяли. Ну, может быть, до 2000 человек. А потом уже посредством пропаганды они еще несколько тысяч собрали. То есть, не обеляя нас самих, то есть со всех территорий России, есть люди, которые за деньги готовы совершать, ну, становиться наемником. Сейчас Россия пополняет свои ряды откровенным наемничеством. То есть люди, я считаю, это позор. Я вообще считаю недостойным это ради денег, да, определять, ты будешь воевать или нет. Это самое худшее, что можно делать. То есть это по факту, это вопрос, если поставить, ты хочешь убить человека за эти деньги или нет. Это просто найм, обычный найм преступника. Да, это вот сейчас российские войска. Но для мусульманина, я уже открыто нашим братьям и сестрам обращаюсь, Татарстан, Башкирия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, за деньги, где ваш ислам, за деньги идти в состав этой армии геноцида, который устраивал геноцид в Чечне, который устраивал геноцид в Сирии, который совершает сейчас военные преступления в Украине, за деньги становится частью, я не знаю, что вы в судный день скажете, это позор нашей истории, позор нашей культуры, позор нашей религии, позор нашей традиции, позор нашей цивилизации. А є в украинской армии есть дагестанцы? Я не знаю, как в составе армии есть, но есть батальон имама Шамиля, он не медийный, я как бы пытался с ними взаимодействовать. Я сам просто человек не военный и не могу фантазировать в этих вопросах. Да? Я честно признаюсь, я считаю хорошим себя там, словом, аналитиком, общественно-политическим деятелем, могу в дебатах целыми днями принимать участие, но в военной карте я не разбираюсь. То есть иногда бойцы, я тренером работаю в Украине много лет, вот бойцы ВСУ, которые у меня тренируются, вот они мне картину как есть рассказывают. То есть извне мне трудно брать, то есть я не военный человек, не специалист. И, ну, они на связь не выходят, почему-то это тоже вопрос безопасности. То есть определив одного дагестанца, кто он по фамилии, имя, это представьте, какие репрессии дома. Да? То есть это вплоть до того, что... Алі, Росія постійно лякає, крім того, що якщо вона піде, то народи Дагестану один одного переріжуть. Вона лякає тим, що Дагестан, ви самі сказали, настільки бідний, що нібито він не спроможний жити сам, що він потребує величезних дотацій. От коли закликати дагестанців до незалежності, то їм треба намалювати позитивну картину майбутнього. Чи є правдою те, чи може бути Дагестан економічно незалежний, спроможний, багатий і розвинутий? Чи все-таки оці імперські міфи, що без копійок з Кремля країна не може прожити, чи вони підтверджуються? Ну, я всем советую в этом вопросе очень легко смотреть на Азербайджан, то есть он граничит с Россией, с Ираном, с Грузией, с Арменией, пытается добиться для приграничной территории с Турцией, он через море граничит с Казахстаном, с Туркменией, теперь Дагестан. Дагестан граничит, я России не хочу даже границу считать, Азербайджан, Грузия, то есть через море мы граничим с Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. То есть географическое положение, мы называем это сердце Кавказа. То есть неважно, кто из северокавказских республик окажется локомотивом, как сейчас является Чечня, почему она самая опытная в вопросе деоккупации, пути к свободе. Мы уважаем чеченских политиков, лидеров, прислушиваемся к ним, потому что они более опытные, чем мы. Но без донора именно экономического донора Дагестана всему Кавказу будет тяжело. Почему я это говорю? Во-первых, географическое положение соседствующее. Во-вторых, мы являемся клоном Азербайджана. Нефтегазовый ресурс, то есть Казахстан экспортер, Туркменистан экспортер, Азербайджан экспортер. Мы на одном плато сидим. Иран под санкциями, но тоже способен на экспорт. Север Каспийского моря, то есть над Дагестаном, по-моему, со Астраханской области, тоже добыча идет нефти и газ, а Дагестан нет. На вопрос, почему Дагестан в таком состоянии держится, ответ простой. Если Дагестан освободится, то это освободится весь Кавказ. А чтобы он не освободился, нужно народу говорить: вы бедные, вы ни на что не способны, у вас ничего нет, крупный бизнес нет. А у нас только алкогольную продукцию развивают. Почему? Потому что русские. Потому что после деоккупации мы ее прикроем сразу. Это не будущее Дагестана. Почему? Мы не будем известны тем, что мы алкоголь на весь мир продаем. Ни за что. То есть у нас есть нефть, у нас есть газ в огромном количестве. Я ссылаюсь на только российские геологические институты, чтобы не было, что не показалось, что я вру. То есть это миллионы. То есть миллионы тонн, миллионы кубометров, миллиарды кубометров газа, миллионы баррелей нефти можно добывать. То есть это клон Азербайджана. То есть мы на одном нефтегазовом плато сидим. То есть Азербайджан сегодня умудряется в условиях санкций России предоставлять газ Европе. То есть почему мы не можем? Это первое. Но самое главное, если я надеюсь на это, почему? Потому что все зависит тоже. Украина находится в таком очень тяжелом состоянии. На нее со всех сторон давят. Кем она выйдет из этой войны после, помимо того, что победить, надеюсь, кем она выйдет? То есть она станет сателлитом из-за слабости политиков, допустим, я говорю, допустим, если сателлита из-за слабости политиков, кто скажет, под чужую дудку будет платить. Или она же все-таки пробьет вот эту позицию и скажет: мы не за ваши деньги воевали, это вы за наши души воевали. Потому что сегодня я уже смотрю, такая риторика некоторым позволительна с кем-то. Вот мы инвестировали в Украину. Никто ничего не инвестировал. Душу. Самое тяжелое — это отдать жизнь. Если одна жизнь, все эти деньги закрывают. То есть человек, который, вот как я говорю, пошел, украинский мужик, пошел в военкомат, пошел в руки оружие, на фронт взял. Все, все деньги мира этого не стоят. Украина... Украина має бути або регіональним лідером. Вот. Пасіонарною країною, бо ви розумієте, Алі, ви ж правильно кажете, ми не можемо після цієї війни продати свою душу. Все-таки Україна теж релігійна країна. Я вот это очень хочу. Почему? Потому что мы в таком состоянии находимся, где с Россией никто конфликтовать не хочет. Региональный лидер Турция бездействует, хотя мы с ней являемся историческими вообще союзниками. Да? Иран для нас сектантская откровенная организация, то есть это я называю ее организацией, то есть это с ней будущего ни у кого нету. Но и она с Россией не хочет ссориться, протягивая руку Кавказу. То есть нужна региональная держава, региональный лидер, который выстраивает отношения начнет. Теперь, что такое, вот просто если кто-то откроет карту, вот, к сожалению, многие не пользуются геополитикой, географией. То есть посмотрите крайнюю точку на восток со стороны Украины и Центральной Азии. Опа! Вот он и весь Северный Кавказ. То есть если соединить Центральную Азию, за которой борются, которые являются страны, которые являются колониями России, это тоже наши братья, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, все они страдают из-за колониальной политики России. То есть да, они не оккупированы, но они являются колониями России. Их нефтегазовый ресурс полностью подчинен тоже той же самой Москве. Если освободить Центральную Азию, это выход из Китая в Европу напрямую. То есть как? Китай, идет Центральная Азия, Кавказ, Европа. Все. И откуда Европа? Опять. То есть для нас всех, я говорю, знаете, как размышляю, нашими ресурсами пользуется Россия. А почему? Давайте мы ее пошлем, хватит уже более 100 лет оккупации, пошлем куда подальше и скажем: Центральная Азия, для вас очень хорошо, если мы станем транспортным хабом для вас в Европу. Украина, для вас очень хорошо, если вы, как региональный лидер, с которым можете стать, поможете нам стать транспортным хабом вот этой экономики. Нам жить станет лучше, Украине и Европе жить станет лучше, Центральная Азия начнет наконец-таки развиваться. То есть уберите Россию, вот этот евразийский континент, он просто счастлив весь начнет. Ну просто, он почему? Потому что Россия сейчас как монополист сидит, еще из-за того, что насколько деньгами обожралась и перестала научно-технический прогресс двигать, то есть, чтобы власть свою сохранить, чтобы там даже русский народ уже не сказал, а что ты делаешь, он начинает войны, все. Там, ну, Алі, да. Але ще одна, я перепрошую, що говорити хочеться багато, часу не так багато в мене і у вас. Ще чим лякають, це кордонами, що, мовляв, якщо імперія піде, то почнуться зіткнення не лише всередині, які ви спростували. Бо і ми це бачимо, що те, що сьогодні релігійна ідентичність, вона дуже важлива, і люди одної віри точно не будуть один одного різати, тим паче, що відносини горців на Кавказі були сформовані давно, і до Росії ніяких різанин там не було. Але ці проблеми, про які говорять прикордонні, є претензії Чечні на деякі території, чи вдасться оце полагодити, і чи вже зараз на якомусь етапі є розуміння, як це все вирішити? Ці питання ми вже вирішили. Вот как бы это ужасно, там, мне не ужасно, удивительно не звучало, она, Россия, предоставляет через свои, естественно, через своих коллаборантов из числа дагестанцев, чеченцев, ингушей, что вот у нас... Нет, мы уже решили. То есть мы собрались один раз, все, как будем решать? Я говорю, с точки зрения исламской юриспруденции, мы же мусульмане, как вы сказали, имущество должно принадлежать тому, у кого его взяли. Все, точка. Только вопрос, что делать, кого этому имуществу передали? То там же как, границу разделяли? То есть взяли отсюда народ, ссылку отправили, отсюда народ сюда переселили. То есть да, они же не виноваты, правнуки тех, кто теперь там на территориях, в домах этих живут, они же ни в чем не... Им нужно предоставить иное жилье, альтернативное. И все. Эту справедливость вот в таких квадратных километрах мы в один раз соберемся и сделаем. Все. Почему? Потому что мы уже решили этот вопрос. То есть мы собрались, вы согласны, дагестанцы, вы согласны, чеченцы, все сделали, все. То есть это фейк российский, что что-то будет. Да, конечно, если кадыровцы сейчас в Дагестан приедут, а с Дагестана возьмут пару, да, там, сотен тысяч спортсменов и друг на друга кинут, конечно, мир увидит какой-то конфликт. Нет. Это будет искусственно создано. То есть у нас в освободительных движениях никаких разногласий нет. Мы собираемся вместе, мы уже давно, то есть Комитет Ингушской Независимости, мы, то есть другие чеченские организации, Карачаево-Черкесия, Черкес, мы между собой обсуждаем, мы, знаете, у нас уже прошел этот вопрос. То есть мы этот вопрос уже закрыли. Собрались, обсудили, все согласились, закрыли. Почему, как вы сказали, то есть что будет решать проблему вопроса? Когда у людей общая есть база, они легко решают. У нас общая база юриспруденции. То есть вопрос земельных налогов и так далее, у них и у нас с точки зрения принятия исламской модели как решения споров можно. То есть даже если люди там условной какой-нибудь республики Северного Кавказа хотят установить демократию, но они этнические мусульмане, мы говорим, давайте спорный вопрос решим с точки зрения исламской юриспруденции. Они говорят, конечно, о чем? Никаких проблем. Все, вопрос закрыт. То есть даже сейчас мы уже сам ислам как третейский суд используем. То есть какая бы система правления у вас ни была, давайте на него. Мы все на этом согласились, потому что это справедливо. Ну почему? Потому что законы, прописанные 1500 лет назад, они намного проще, чем сегодня вот эти тяжбы, дебаты, конфликты создавать. Обычно взяли решение вопроса земельных распределения, возвращения имущество тем, у кого их забрала советская власть, и все, вопрос закрыт. То есть доводить до Карабаха не будем ни в коем случае. Ні в коєм случае. Я думаю, що поки Росія не прийшла на Кавказ, то народи Кавказу, хоча це дуже шляхетні люди, які вміють воювати, завжди показували, що вони вміють між собою жити. Ніяких різнин там не було. А от в плані якихось спільних дій по національно-визвольній боротьбі, бо Росії дуже легко давити підневільні народи поодинці. Чеченців задавили, там днями спостерігали події в Інгушетії, діє цей режим, як він називається, контррозвідувальний режим, коли російські сили безпеки, ФСБ, Росгвардія, а Росгвардія в Україні до війни була більшою, ніж сухопутні війська, тобто каральні органи в Росії набагато більші навіть, ніж їхні імперські колоніальні війська. Чи є зараз надія, що коли Кавказ запалає, бо я думаю, що для народів Кавказу свобода – це найвище, що може бути. Чи є надія, що будуть скоординовані дії і в військовому плані? Тому що, я ще раз зазначу, Росії легко давити поодинці. В січні повстали башкорти. Всі спостерігали, як їх задавили. Прилетіла Росгвардія, ФСБ, відключили інтернет, закатували людину, понад 40 людей посадили. А потім в кінці січня та сама Росгвардія полетіла в Якутію, де побутовий конфлікт, звичайний побутовий конфлікт, але всі розуміють, наскільки гостро сьогодні суспільні настрої є. Відключили інтернет, прислали Росгвардію, ФСБ задавило. Потім те саме ФСБ з Росгвардією поїде до інгушів, там, чи буде давити осередки спротиву в Ічкерії. Чи от є зараз розуміння між народами Кавказу, що проти цієї імперії теж треба гуртом, її треба валити, і чи коли Кавказ вкотре підніметься на боротьбу збройно за незалежність, бо це неминуче. Мені здається, що Кавказ – це один з найбільш свободолюбивих регіонів в світі. Это вот вчера вопрос мне задали в дискуссии подобной, почему, то есть, несмотря на оккупацию, Кавказ все-таки в каких-то вот перспективных позициях остался. Ну, если мы приедем на Кавказ, мы первично увидим, что ну вот живут, не выгнали, русских не заселили и так далее. Но я говорю, почему? Потому что оккупанты настолько, им так тяжело далась эта оккупация, да, что даже вот беспредел, то есть отсутствие законодательства в Чечне, развязанные руки Кадырова, это тоже показатель того, как оккупант боится кавказцев. Оккупант именно кавказцев очень сильно боится. Если там завоевание Башкирии перенаселением русского населения ассоциировалось, или Крыма, то есть Кавказ нет. На Кавказ никого не заселяли, и их очень сильно боялись. То когда Кавказ первично завоеван был, как его, царской России или вот события с Чечней связаны, они еще раз для себя поняли. Это слишком воинствующий народ. Если он начинает воевать, он идет просто до последнего. И они вот именно тем положением, что все-таки очень аккуратны в отношении нас, они просто какой-то поголовный геноцид устроили, как вообще Кавказская война и начиналась. То есть сначала это намерение было поголовного геноцида, а когда они застряли на Кавказе в войне, они уже начали соглашаться на шариатские суды и так далее. Поэтому они очень боятся, это есть. Что касательно политического устройства, ну, мы пришли к выводу такому, что каждый оккупированный народ, чтобы Россия этим не пользовалась против нас, самостоятельно будет определять свою политику. Вот сейчас на годовщину депортации чечено-ингушского народа Украина признала Ингушетию оккупированной территорией. Мы остались по факту, Дагестан до сих пор не признан. Я надеюсь, Черкесия тоже будет признан геноцид, то есть ее территории оккупированными. Остается только вопрос Дагестана, который я хотел бы, чтобы да, не только Украина, но и вообще пора бы в Восточной Европе об этом серьезно думать и, к примеру, Украины следовать, чтобы признавать оккупированные кавказские территории. Почему? Потому что у нас, ну, мы должны с кем-то выстраивать отношения, с кем-то разговаривать, чтобы ну, понимали, что мы не террористы. Это сотрудник полиции меня недавно останавливает, говорит, можно я, говорит, ваши документы проверю? Я, да, я детей вез, я тренером работаю здесь. Он подходит ко мне и говорит, вы знаете, что вы в международном розыске по статье терроризм? Я говорю, да, как и вся Украина. Мы посмеялись, а раньше такого бы не было. То есть, ну, я террорист за то, что я общественный деятель. Я ни разу в руки оружие не брал. Ну, в России это так легко. Поэтому в политическом плане мы такие цели себе поставили. Вот Ингушетия ее добила, сейчас дагестанцы, надеюсь, начнут ну, к цели идти. А с точки зрения военной взаимодействия, которое вы спросили вопрос, когда я разговаривал с представителями, то есть как то есть лидеров еще кавказского сопротивления, еще с Чечней связано, здесь в Украине встречался, что другими мне, ну, молодежью довелось общаться. Все они между собой взаимодействуют. То есть никто не думает самостоятельно противостоять России. Почему? Потому что Украина, они люди военного опыта, они знают, что такое война. Они и присутствуют в Украине, и видят, и учатся уже. То есть многие здесь, кавказцы, когда спрашивают, что так много кавказцев в Украине делают, учатся. То есть их план действия, цель направлена на то, чтобы защищать свою территорию от повторных оккупаций или агрессий в случае деоккупации Северного Кавказа. И все они сейчас между собой взаимодействуют. Я уверен, что если драка начнется, то в стороне никто не останется. Дякую, пане Алі. Дякую, що пояснили нам про ту ситуацію, яка є в Дагестані. Розвіяли міфи імперські про те, що без Росії Дагестан неживучий і спровокує конфлікти. Ми бажаємо тій політичній нації Дагестану незалежності, свободи. Ми бажаємо, щоб на вашій землі панували ваші закони, щоб поважали вашу віру, релігію, і віримо, що після розвалу Російської імперії неминучого вільний, вольнолюбивий український народ теж з традиціями, теж з релігією, теж з вірою в Бога буде завжди мати добрих приятелів на Кавказі, на вільному, вольнолюбивому Кавказі. Дуже дякую вам. Дуже вам дякую. Друзі, ми спілкувалися з одним з керівників визвольного руху Дагестану Алі Чарінським, який розповів про ситуацію в цій Північно-Кавказській республіці, де теж триває величезний спротив російського імперіалізму. Так, Росії вдалося загнати багатьох дагестанців на війну проти України, але ця війна засуджена їхніми релігійними лідерами. Вони не сприймають цю війну, вони відверто виступають проти цієї війни. І сподіваємося, що разом ми все-таки знищимо цю потвору, і кожен народ на своїй землі буде жити за своїми звичаями, за своїми правами. Ви дивилися черговий випуск програми «Крах імперії» на YouTube-каналі 5 каналу. Підписуйтеся на нашу програму, приєднуйтеся до переглядів. Ми зруйнуємо міф про те, що Росія є непереможна. Ми покажемо прихований світ поневолених Росією народів, які дуже вже швидко, завдяки нашій допомозі, завдяки нашій неминучій перемозі, здобудуть свою незалежність. Дякую.